седьмой школе второй год реализуется образовательный проект «Газпром-класс». В рамках проекта ученики старших классов получают углубленные знания по профильным предметам, необходимым для поступления в вузы на специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли. «Газпром-класс» открылся при поддержке газодобывающей компании. Проводится жесткий отбор, а учеба, в принципе, так же, как и в остальных классах, только делается определенный упор на вашу дальнейшую профессию, если вы будете делать упор на нефтегазовую промышленность. В конце декабря седьмой школе за проект «Газпром-класс. Энергия будущего» по итогам конкурсного отбора был присвоен статус федеральной инновационной площадки. На это звание претендовали около 300 образовательных организаций со всех регионов страны. В итоге Министерство образования и науки утвердило перечень из 77 федеральных инновационных площадок. На Ямале статус федеральной инновационной площадки получили 3 дома творчества и 4 школы, одна из которых – Губкинская седьмая школа с проектом «Газпром-класс. Газпром-класс. Энергия будущего». Вообще проект родился, потому что родился «Газпром-класс». А если открыт корпоративный класс, нужно наполнять содержанием не только предметными вещами, да, которые дает школа, но и тем содержанием, которое может дать «Газпром» добыча «Ноябрьск», непосредственно промыслы, которые работают с нами в тесной взаимосвязи уже не один год. Поэтому, скорее, наверное, это проект совместный деятельности. Другой вопрос, что оформлен он был, конечно, педагогами нашей школы, представлен для участия педагогов нашей школы. Статус федеральной инновационной площадки школам, вузам и другим образовательным организациям присваивает координационный орган, созданный Министерством образования и науки. При подаче заявки необходимо обосновать представленную идею и расписать, как именно и в какие сроки проект будет реализован, а также какую пользу он принесет для системы образования. Помимо социального опыта и знакомства с корпоративной культурой «Газпром-добыча Ноябрьск», этот проект ребятам также дает опыт взаимодействия, знакомства с некоторыми специальностями, знакомства с теми специальностями, которые востребованы на данной стадии именно в этой сфере, а также целевые места для обучения в вузах-партнерах «Газпром-добыча Ноябрьск». Федеральные инновационные образовательные площадки не только развивают, но и модернизируют систему образования, позволяя реализовывать приоритетные направления государственной политики в сфере образования. Проект «Газпром-класс. Энергия будущего» в седьмой школе будет развиваться на протяжении 5 лет. За это время, по словам педагогов, старшеклассники будут не только получать качественное профильное образование, но и знакомиться со спецификой профессии газодобытчиков. Дает отличный старт в будущее, возможность получить хорошую высокооплачиваемую работу, которая будет востребована много лет. Это то, что нужно одаренным детям, которые учатся в «Газпром-классе». Это поможет нам в будущем. У нас будет уже хорошая профессия, на которую мы сразу можем прийти. У нас будет оплаченное обучение. И, соответственно, за это мы очень благодарны «Газпром-классу». В седьмой школе успешно реализуют также и другие проекты муниципального, регионального и федерального уровней. Сетевая старшая школа, стажировочная площадка по проектным задачам, Монтессори в школе. Результатом работы инновационных площадок станут новые эффективные технологии, методы и формы образования. А благодаря статусу федеральной инновационной площадки образовательные учреждения, в том числе и седьмая школа, получат право делиться накопленным опытом с образовательными учреждениями страны. Елена Канина, Алексей Магин, новости Губкинского.